Всем привет, с вами модный блогер Станислав Андреевич. Здоровья вам, вашим близким, берегите себя. В свое время я отсидел достаточно большое количество лет, 5 раз я сидел. Уже больше там 12 лет в моей жизни нет никакого криминала, я за трезвую, честную жизнь, чего я вам желаю, но рассказываю какие-то истории, которые происходили со мной в местах не столь отдаленных, вот в этой вот биографии лагерной жизни, рассказываю прям подряд, даже в эти сложные времена, даже в отсутствии монетизации я это делаю и пока делать буду. Сейчас мы с вами на моем первом сроке, на малолетке, на Можайске, это ИТК, колония, исправительно-трудовая колония, точнее ВТК, воспитательно-трудовая колония. Вот, и дело, в принципе, близится к развязке. Пару месяцев мне сидеть, я уже о разном рассказал. И этот ролик я посвящу вшам. Вшам бельевым, с которыми впервые я столкнулся на малолетке. Так как я сталкивался с ними там, я больше не сталкивался с ними нигде, хотя периодически еще выплывали вот эти шестивесельные бекасы. Это страшно. И, поделюсь опытом. Вообще, о том, что такое вша, там, я не знаю, я что-то слышал, да, есть какие-то вши. Ох ты моя, ядрёна вошь, за что меня ты так грызёшь? Помните песню «Сектор газа»? И, я знал, что есть какие-то лобковые вши, я не знаю, там, вши. Но никогда с этим не сталкивался. Это для меня было что-то, знаете, я не знаю. Мне кажется, что сейчас просто, когда ты простому человеку говоришь, который там живет, там, не воюет, не в окопах сидит, не в тюрьме, не в бомжатниках живет. Про вши, это для него что-то, вроде есть, где-то там. Вообще спутники солдат, спутники таких скоплений людей, которые живут в вечном нервике, это вши. Как правило, бельевые. Бельевые вши живут в белье. Они, если ты будешь раздетый, да, они, ходить голые, условно, они на тебе жить не будут. Да, она может, там, условно, да, там, со шва футболки на тебя заползти, ты снимешь футболку, она будет на тебе, но жить она на тебе не будет. Это там не как блоха, которая живет там в шерсти, там, собак, например. Вот, впервые я с ними столкнулся там. Там их было очень много. Я почему сказал про большие там скопления людей, которые живут в вечном нервике. Почитайте там, кого угодно, да, какие-нибудь очерки с любых... с Первой мировой, со Второй, со многих там войн, да, вот Анри Барбюса почитайте про Первую мировую, там просто, вши, там вшатни, вши сжирали. То есть есть вообще, я слышал, кстати, в какой-то срок, что, это миф, что вши живут в тебе. И когда ты нервничаешь, они вылезают там через поры кожи, это бред, да, но я на самом деле не гуглил, кому интересно, я, кстати, сам после этого ролик запишу, почитаю. Как все это выглядело там? Во-первых, там даже у активистов были шныри гладильные. То есть я сначала гансы, как там называли, то есть был ганс пищевой, кто готовил есть активисту, красному козлу. Был ганс стирщик, кто стирал, был ганс там, который убирался, а были гладильные. И я сначала думал, не то, что прям размышлял над этим, первая мысль какая? Ни хрена себе Гоголи, у него шнырь один стирает, а второй раз шнырь гладит. Ну что не может тот погладить, то постирал. На самом деле гладильные вши для другого были нужны, для того, чтобы проглаживать эти самые швы на шмотках. Потому что как бы ты за собой не следил, каким бы чистоплотным ты не был, как бы ты часто не мылся, если ты живешь в обществе, в котором эти вши есть, так или иначе ты поймаешь либо вшу, либо гниду. И эти гансы гладили швы, и когда ты утюгом проводишь по шву, по шву футболки, да, ты снимаешь футболку, стираешь, потом разворачиваешь, ты слышишь треск. Это вот эти яйца в шее гнит, лопаются. Ты прям... это прям отвратительное зрелище. Сами по себе вши, небольших размеров, причем есть прям крупные. Есть маленькие, крупные. И ты, когда в этом живешь, ты постоянно, ты вот чешешься уже на нервах, тебе кажется, что это вша. Ты вот что-то почесал, смотреть там вот эту футболку, выворачиваешь, вот она, ты прям ее хватаешь, их, они еще не давятся так, их надо либо ногтями, либо ты ее выкидываешь, и ты вечно в этом живешь. Я до сих пор помню ощущение, когда ты одеваешь трусы, ходишь, и у тебя вот эта вот резинка, которая, да, там на поясе, ты чувствуешь, как под ней, по всему вот этому периметру, то есть живот, спина, ты прям чувствуешь в этой резинке шевеление. Это вот эти маленькие вши-гниды.
просто реально заживо сжирают. Я помню, спал, лежу, ну не спал, там лежу, просыпаюсь с утра и прям чувствую, как будто у меня за яйцо кто-то прям укол адский, вот, знаешь, как комар укусил. Я руку, короче, снимаю вот такую матку. То есть по яйцу, ну, видать, с трусов со шва заползла, ну, Тутанхамона на яйцо и укусила. Вот такая. Я охренел. Вы не представляете, насколько это противно. Это не тараканы, которые живут рядом с тобой, да, но как бы где-то ползают. Да, как вот здесь на Бали очень много там насекомых и так далее. Это не чесоточный клещ, который как бы он вроде как есть, но ты его не видишь. Они где-то в тебе там мелкие, да, ну как и микробы. В тебе же полно всяких микроорганизмов. Это реальное насекомое, условно, да, которое живет на тебе. И это, вот представьте вот сейчас, вот просто вот абстрагируйтесь, да, то всего, и представьте, что вы сейчас сидите в рубашке, и в этой рубашке живет помимо того, помимо вас, на которого она одета, еще там 50 насекомых, и они всегда с вами. Как с ними бороться? Есть такая вещь, как прожарка. Ну, я так понимаю, знаете, это вот про то, что я говорил, какой бы ты чистоплотный не был, если ты живешь вот, ну, вот условно во вшивом обществе, в месте, где их много, ты все будешь ловить. Вот, даже если ты не нервничаешь, живя там. Я на самом деле не знаю, но я к тому, что, ну, сопоставляю вот эти рассказы, свой личный опыт, вот эти прочитанные истории, просто оповещение пришло, прочитанные истории о вшах, и как бы упоминания в фильмах, в литературе об этом, я прям понимаю, что, скорее всего, это вот, ну, действительно история про то, что они, ну, если не из тебя, то живут на человеке, на людях тогда, когда, ну, люди испытывают этот нервный стресс постоянно, это правда. Вот, прожарка, ну, не работает. Самое действенное было, ты идешь к активисту, просишь, короче, ну, разрешение пойти в коптерку, берешь утюг и гладишь. Но это бесполезно. Ты погладил, вроде как их пожег, да, ну, швы горячим утюгом. На следующий день ты опять, ты ходишь вечно, вот, иногда просто стоишь рядом с тобой кто-то там, оп, и выкинул. То есть это, ну, я говорю, это, ну, вы не представляете, как это действует на нервы. Вот. Это просто ад. Я говорю, на тебе кто-то живет. Ты не чувствуешь себя в безопасности. Ты одеваешь трусы, одеваешь эти шкары, футболку, лепень. И все, и началось. Здесь, здесь. Ты чувствуешь, как по тебе ползают. Но это ад, ребят. Я вот, ну, в этом жил, и очень сложно. Ну, я полагаю, да, что у актива, которые могли каждый день там условно позволять себе прожарку, гладить там и так далее, их было меньше, и они... которые не нервничали, хорошо питались, в отличие от всех, ну, многих остальных, которые как бы там, ну, на вечном нервике испытывали еще вот этот чёс. Но, блин, я думаю, там и их поджирали, потому что, например, во Вторую мировую те же самые немецкие офицеры, которые жили, ну, лучше, да, бойцов там, вермахта или, не знаю, СС, они как бы, ну, тоже страдали от шеи, тоже чуть ли не генералов там пожирали эти вши. Ну, мы сейчас говорим о генералах боевых, которые там так или иначе в каких-то выездных штабах, они где-то в Берлине сидели. Ну, то же самое, я уверен, касается просоветских командиров, там, офицеров и так далее, генералов. Поэтому очень страшно, и, ну, я с ними никак побороться. Но как только я освободился, ну, я вот врать не буду, наверное, в следующем ролике мы подойдем к концу, мы поговорим про все последние там дни, ну, в зоне на малолетке, потом подытожим, и со следующих роликов, которые я буду выкладывать, пока я здесь, несмотря на то, что, ну, как бы, монетизация в России недоступна, пока YouTube есть, я буду выкладывать. Если вы хотите поддержать, там внизу ссылки есть, заходите на стримы и так далее. Но пока я здесь, я решил, пока я здесь, я буду выкладывать. Вот, и потом мы перейдем, наверное, уже ко второму сроку. Тогда я меньше, ну, практически не сталкивался уже с этим, но вот то, о чем я говорю здесь, это ад, это со мной навсегда. Я иногда сейчас, иногда бывает, как бы я вижу там, ну, футболка, на ней что-то, ну, темное пятнышко, ну, знаете, как пылинка, и я вот всегда смотрю, иногда могу взять, посмотреть, а не в шале это. То есть, как бы, это остается на всю жизнь.
Вот, в этом ролике, видите, мы только вот немножко коснулись вот этой вот истории, вот этих пилевых ушей. Каких-то других, не знаю, лобковых, волосяных я не видел. Ну, о них ничего не знаю. А бельевые просто немерено. Я благодарю ребят, которые подписаны на канал, как спонсор канала. Спасибо большое. Вы продолжаете давать мне энтузиазм, несмотря на сложные времена, в том числе и на Ютубе, на российском сегменте Ютуба, заниматься тем, чем я занимаюсь. Вам огромное спасибо. Каждому, кто смотрел этот ролик, я желаю всего самого хорошего, здоровья, счастья в личной жизни, бабла. Берегите себя.